Граждане Швейцарии решают судьбу коронавирусных ограничений и правил вакцинации от COVID-19. На референдум вынесен вопрос о допустимости принятого еще весной закона о мерах по борьбе с пандемией. Несколько общественных объединений сформировали инициативную группу и собрали более 70 тысяч подписей под требованием провести плебисцит. Они выступают против расширения полномочий правительства в связи с эпидемией, а также оспаривают введение санитарных пропусков. Для посещения спортивных, развлекательных и культурных учреждений в Швейцарии необходимо предъявлять сертификат о вакцинации от COVID-19, отрицательный результат теста на коронавирус или же свидетельство о недавно принесенном заболевании. Противники этих ограничений расценивают их как серьезное и необоснованное наступление на гражданские права и свободы.